Интересные с пользой провести выходные хотят не только взрослые, но и дети. Для них в Твери открылась выставка «Робопарк». Электронная собака, телеведущая Кики и робот-официант – это только малая часть всех роботов. Кого еще можно встретить здесь, расскажет наш корреспондент. Танцуй, пой, болтай, приручай роботы-животных и управляй эмоциями. Робопарк – целая площадка настоящих высоких технологий. Здесь представлено более 60 роботов. Они умеют не просто выполнять поставленные задачи, а распознавать эмоции, могут шутить и даже обижаться. А также здесь есть 7 зон виртуальной реальности. У него голова ворочается на 360 градусов. Смотри, то есть если ты будешь держать, то она будет крутиться по кругу. Выставку можно пройти в форме квеста. Искусственный интеллект набирает ребят, которые на Земле будут создавать и программировать роботов, и управлять технологиями будущего. Кстати, робопарк поделен на специальные зоны. В зоне героев у нас представлены роботы, которые используются в повседневной жизни. На зоне познания представлены роботы, наделенные искусственным интеллектом. Зона приключений. Здесь у нас представлены экспонаты, которыми можно будет поуправлять. Это беспилотная техника. Четвертая зона талантов. Тут у нас представлена кибернетика. Выставка «Робопарк» находится в торговом центре «Рубин-2» и работает ежедневно с 10 до 9 часов, до 24 октября включительно.